Мы тут собираемся на улицу. Викуш, покажи свою новую водолазочку. Дочь. Я в этот раз Меги купила водолазочку, искала с горлышком, чтобы было все закрыто на улице. Ничего не сдувало. Вот, нашла в Глории джинс. Викушенька, покажи поближе. Ах, да, батарея. Вот, все горлышко закрыто, так что будем спокойненько гулять, да? И мама будет знать, что Вика не замерзнет. Да, уронила ты занавеску сама. Хулиганка. Собачка с тобой пришла поиграть. Какие у тебя глазки красивые. Иди сюда, хорошая. Вот. Какие у нее глазки. Ты видела разноцветные? Ой, ребенок счастлив и доволен. Обожаешь животных. Мы сегодня первый раз выгуливаем наши саночки. Блин, зашонки, это реально вещь просто незаменимая в условиях зимы, потому что у нас тут в поселке просто жесть. Все в снегу, все заметено, и на коляске я бы точно не прошла. В общем, я прям вообще довольна, как слон. Если все еще думаете, покупать вам санки или нет, то однозначно покупать. Мой вам совет. Викуша, иди к маме. Вот так вот. Первый самостоятельный поход по снегу. Топ, 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 топ. Иди к дедуле. Иди ко мне, Викуш, иди ко мне. Да. Ой. Ну. Топ, 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 топ. Бегом бежит. Опа. Сама. Помаши рукой. Помаши ручкой. Помаши ручкой. Вот она, привет. Кто на попу сел? Кто на попу сел, такая счастливая моська? Поползем. Так удобнее, так быстрее и привычнее, да? Викушенька, что скажешь о своем новом транспорте? Как тебе? Нравится? Скажи, очень нравится. А еще у нас новая шапка. Заказывала у одной девочки. Ссылочку оставлю в описании. Я иду в Южный закупаться продуктами к новогоднему столу. Саша, к сожалению, со мной поехать не мог. Он уехал на работу, так что будем с Юлькой вдвоем. Она меня там уже ждет. Вот, увидимся уже в магазине. А мы ищем мне джинсы. И ничего не можем найти. Поэтому я стою примерочной. Юлька мерит тут. А я перемерила вот эти вот джинсы все. Их тут сколько? 3 пары. Мне ничего не нравится, потому что все с дырками. А мне нужно без дырок. И определенного цвета, и определенного размера. Как это сложно. Не нравится тебе? Мне нравится немножко остальные. Мне цвет только не очень нравится. Слишком уж он прям поросячий. Слушайте, как сложно найти джинсы вообще. Такие, которые ты хочешь. Да? Вообще тяжело, на самом деле. Сколько перемерила, ничего пока не понравилось. Что-то все с дырками, все с какими-то рисунками непонятно. Не хочу. Хочу обычные, простые, чтобы материал был прям джинсовый, плотный такой. А получается так, что они все как леггинсы такие тянучие. Знаете, что самое дебильное? То, что всегда во всех торговых центрах, точнее, пахнет Макдональдсом. И ты волей-неволей в любом случае туда зайдешь, потому что, ну, эти ароматы сводят с ума просто. Последний. Нет. На тебя вся надежда. Но пока вот эти вот, это лучшее то, что я сегодня померила. Мне, во-первых, нравится темно-синий такой цвет. Сели хорошо. И без всяких дырок, и без всяких рисуночков, просто такие обычные. Наверное, я все-таки вот на них остановлюсь. Ну что, с джинсами определились, теперь идем в Ашан затариваться продуктами. Всегда жалко тратить деньги на продукты. Мы тут потихонечку начали закупаться. Анюлька сладких подарков. С ума сходит. Как обычно, не могли пройти мимо мамы. Все, мы домой. Блин, эта тележка, она просто неуправляемая какая-то. Сейчас зайдет папа, нам поможет с этими пакетами тяжеленными, потому что мы не дотащим. Вот, и я купила все-таки те джинсы себе клевые, которые хотела. Вот, так что я счастлива, довольна. И едем мы домой. Юль, засветишься? А
Она вообще вредная девчонка, никогда не хочет показываться. Елочки! С наступающим Новым годом! Пусть в новом 2018 году вам сопутствует... Ну, я не президент, потому что так просто. Вам сопутствует удача, успех и, конечно же, огромное вам здоровье, счастья вам, вашей семье и всем вашим близким. Все. Люблю, целую. Помощничек приехал. Помогает нам ответить и нести. Кстати, девчонки, если не знаете, в Ашане сейчас очень-очень крутые скидки на все и на одежду в том числе. Я в Якушке взяла две вот такие вот кофточки, 80-й размер, обе. Одна вот такая вот мятная с бантиками, другая вот такая вот с милым таким единорожиком. Представляете, всего по 150 рублей стоили. По-моему, вообще дешевле не найти просто. Поэтому имейте в виду и... Качество, кстати, я в Ашане брала один раз, ей уже маечку, и мне очень понравилось. Абсолютно такая же носибельная, как и из того же H&M, например, поэтому можно брать. Вариантов там много разных симпатичных. Я вот выбирала и остановилась вот на этих двух. По-моему, мило очень. Мне так этот единорог понравился. Смотри, елочка у нас тоже будет дома. Сейчас фонарики будут у нас всякие, гирлянды. Я уже надела ей новую кофточку. Ты такой, покажись. Иголочка, на, потрогай. Ну-ка, потрогай елочку. Иголочки у нее какие, да? Вика, это еще начало только. Ты еще не видела, когда с игрушкой. Она уже в восторге. А знаешь, какие сейчас игрушки? А знаешь, какие сейчас игрушки? Ура! Смотри, какой красивый, дочь. Держи. Ой, а смотри, какие колокольчики. Вот целая коробка, дочь, да? Смотри, какие колокольчики, Викуш. Мишуру мы в этом году украшать не будем, потому что Вика это все просто съест. Будут просто гирлянды. Шарики. Нравится. Ну-ка давай, будем вешать. Давай. Куда повесим? Давай вот сюда вот, да? Вот так вот, красненький шарик. И это тоже, давай, ну-ка давай, куда мы его? Пойдем поищем. Вот сюда давай. Давай, смотри-ка. Покажи игрушки. Покажи. Дай маме. Мама, возьми. Ой, какой колокольчик. Как колокольчик звенит вот такой. Дзинь-дзинь, да? Шишечки. Давай шишечки мы куда? Вот сюда вот посадим, да, шишечки? Вот так вот. Ох, шишечки растут на елочке. Бусы нашла, самая-самая яркая, да, Викулин? Вот такая вот у нас получилась красавица. Такая новогодняя елочка. Сияла, вкусный. Что за зайка у нас такая замечательная завелась дома? Мандарины жует.